выразить себя, создать гармонию, почувствовать скорость, стать победителем, выбрать свое будущее. Более 60 лет мальчишки и девчонки со всего мира собираются в живописной бухте легендарного Орленка. Всероссийский детский центр «Орленок» — это масштабная территория возможностей, настоящий полигон личностного роста. Каждый ребенок талантлив и уникален и хочет осуществить свои мечты. Дружелюбная атмосфера «Орленка» позволяет детям понять себя, осознать личные способности и найти собственное предназначение. В центре созданы все условия для их развития. Отдых в «Орленке» останется незабываемым впечатлением на всю жизнь. В «Орленке» каждый может выбрать свой путь и устремиться к заветной мечте. Самостоятельность – кратчайший путь к новым открытиям. Отправляясь по горным маршрутам «Орленка» и его окрестностей, ребята узнают, как прекрасен и хрупок мир вокруг. Они исследуют природу своей страны, учатся сохранять и оберегать ее. Что может быть лучше, чем оказаться среди красоты и величия лесных массивов и горных троп? Здесь можно почувствовать себя первооткрывателем, смелым и готовым к любым испытаниям. Преодолеть преграды помогут настоящие друзья и взаимовыручка. Сделать первый шаг – сложное решение. Путь к новым вершинам начинается с победы над неуверенностью и страхом. А наградой будет достижение заветной цели и новые горизонты, которые откроются решительному путешественнику. Каждый день в «Орленке» – это повод стать лучше, открыть в себе новые способности и развить креативность. В центре развернута настоящая аллея мастеров, в которой работают более 30 творческих площадок. Здесь ребенок раскрывает неожиданные таланты и обретает вдохновение, иногда в самом неожиданном месте. Сила творческой фантазии и богатое воображение дают возможность не только слышать, но и увидеть музыку. Атмосфера детского центра способствует самосовершенствованию и самореализации. Здесь соревнуются и оттачивают свои навыки лучшие спортсмены, победители всероссийских и международных состязаний и конкурсов. Иногда успех – это множество небольших шагов в нужном направлении. Если ошибся, настоящие друзья никогда не бросят в беде. Выиграть по-настоящему – значит выиграть вместе. Инженерные и конструкторские навыки лучше всего осваивать на практике. Изучение основ программирования открывает для юных талантов дорогу в цифровое будущее. Виртуальная реальность для орлят – это то, что можно ощутить уже сейчас. Правый борт. Отлично. Быть капитаном настоящей яхты помогает развить лидерские качества и способность быстро принимать решения. А чтобы вместе с друзьями достичь общей цели, придется приложить усилия. Слаженная команда покорит любые моря и океаны. В «Орленке» юные мореплаватели изучают навигацию, чтобы в будущем легко освоить любые морские дисциплины. Сильный характер закаляется в военно-спортивных играх. Это наша аптечка, она нам нужна.
Преодолевая трудности, подростки укрепляют дух, воспитывают отвагу и добиваются успеха. Сила, ловкость, выносливость – важные качества для будущих чемпионов. Если ты готов осваивать новые навыки, меняться, стремиться к результатам, значит, ты готов к любым трудностям. А самые сложные дисциплины проще освоить на практических занятиях с помощью опытных инструкторов. Орленок – это космические возможности. Увидев звезды ближе, легко проникнуться увлекательной романтикой галактических исследований. В центре можно узнать все интересное об истории освоения космоса. Самые смелые могут пройти испытания летчиков-космонавтов и понять на собственном опыте, что такое перегрузка. Да, нормально. Обучение на тренажерах-симуляторах дарит уникальную возможность попробовать силы в рискованных и сложных профессиях. А чтобы стать отличным гонщиком, необходимо разбираться в устройстве мотоцикла или автомобиля. Тренировочная база лагеря позволяет изучить внутреннее устройство техники. И, конечно же, испытать азарт гонки, скорость и драйв. Если планируешь заняться чем-то всерьез, постарайся стать лучше. Занятия юных райдеров проходят на гоночной трассе международного уровня. Всероссийский детский центр постоянно развивается. Он растет, чтобы в будущем принимать до 5000 детей одновременно. Орленок – это всегда интересные впечатления и яркие эмоции. Неповторимая атмосфера единения отзывается в душе каждого ребенка мелодией дружбы, которая долгие годы звучит, согревая сердца. Каждую смену в Орленке случается маленькое чудо, и вчерашний ребенок становится настоящей, самостоятельной личностью.